Справка. Сергей Небога – легендарный колдун, украинский эзотерик, всемирно известный чернокнижник, дипломированный психолог и оккультный писатель. Внесен в Википедию как первый человек на Руси, который публично построил храм темным богам и зарегистрировал неоязыческую религиозную общину Божичи, которую СМИ называют «Украинская церковь сатаны». Автор легендарной предсказательной колоды «Таро Небоги», а также ряда книг по чернокнижию украинской стези колдовства. Провидец. В 2017 году принял православный монашеский постриг с именем Отец Киприан. Строит православный мужской монастырь и исцеляет людей молитвами к высшим силам. Единственный официально признанный государством и церковью носитель чернокнижного учения.